В этом видео я расскажу вам о знаменитостях, которых не стало 14 июня. 14 июня 2019 года этот мир покинула актриса Надежда Чередниченко. Ей был 91 год. 14 июня 2018 года из жизни ушел режиссер, сценарист и актер Станислав Говорухин. Ему было 82 года. 14 июня 2014 года не стало российского актера Никиты Быченкова. Ему было всего 27 лет. 14 июня 2011 года свой земной путь завершила актриса Данута Столярская. Ей был 81 год. 14 июня 2009 года свой земной путь завершил актер Петр Вельяминов. Ему было 82 года. 14 июня 2000 года из жизни ушел актер Капан Бадыров. Ему было 95 лет. 14 июня 1997 года не стало актера Александра Толстых. Ему было 69 лет. 14 июня 1993 года свой земной путь завершил актер Иван Верейский. Ему было 75 лет. 14 июня 1953 года не стало актера Осипа Абдулова. Ему было 52 года. 14 июня 1953 года этот мир покинула актриса Нато Вачнадзе. Ей было 49 лет.